Посмотрите на мои руки. Это я потренировалась на кроссфите. 100 подтягиваний. Так вот, было сегодня 100 подтягиваний. Все руки содрала, а нужно готовить борщ. Ну и что делать? Решила я поднапречь Степу, своего сына. Буду ему давать указания, он будет готовить. Да? Потому что кушать нам хочется. А с такими руками я просто сейчас, мне все щипает. Вот я даже магнезию не смывала, потому что я представляю, как сейчас все будет щипать. Теперь вот эту половинку бери, переворачивай. И эту половинку на вот так, на 3 раза. Еще. Теперь вот так вот переворачиваешь. Нет, нет, нет. Вот так. Угу. И здесь вот так нарезаешь. Нормально? Нормально пойдет. И все это, не, ну это уже можно не резать, не, не надо, это долго сильно. Что, сильно крупно? Ну порежь на 2. Так, ну все, теперь это в воду опускай. Что, упало там? Так, потихонечку ручкой отсыпай помаленьку, а то сейчас все плывет. Да, она не горячая. Ну, вон, все сыпется, все. Она не горячая. Она не должна быть горячей. О, Чапа схватила картошку. Нельзя! Да почему? Пусть ест. Она сырная. Ну ладно. Вот еще, да, ей там свалилась. Пусть хоть безотходная будет. А, видишь, хрумкает. Дай я вот этот кусочек. Сейчас будем с тобой лук чистить. Вот эту тоже пимпочку от этого отрежь. Так. Шкурку сними. Все. Давай вот это в пакет. Это не надо здесь ставить сразу в пакет. Так, теперь тоже наполовинку разрезай. Что ты делаешь? Обряд? Чтобы вкусно получилось? Ну, это молодой лук, он еще это, не должен от него, не плачь. Да? Так же, как картошку отрезали, так же и лук нарезай. Это лук с нашей грядки. Молодой лук, от него еще не плачешь ничего. Он и не сильно горький. Ага. И вторую также половинку. И тоже отправим в воду. Мы без поджарки, без всего сегодня там. Да-да. Ну, может. Все равно уварится. Так. Вот сюда чисти в этот, в раковину, Степ. Уже начистился в раковину. А что? Ай. Осторожно. Давай без повреждений. Супчик можно прибавить. Убавить. Почему?
Он только никогда в жизни не закипит. Пока все приготовится. Ну, слава богу, у нас вон там в заморозке лежала свекла. Не надо ее ни чистить, ни натирать. Просто сейчас отковыряем и отколупаем. Угу. Так, и вторую тоже морковочку. Можно и поесть, кстати. Если много будет. Так же делаем. Так, терка, терка, терка. Да. О, лампочка. Сгорела. Угу. Ее вот недавно заменила. Не так, что ли? Значит, надо посмотреть. Короче, посмотрела я лампочку, выкрутила, и с нее посыпались. Не с лампочки самой посыпались, а вот оттуда. О, она сильно нагревалась, оказывается. Она была вообще сильно нагретая. И, короче, походу, она подгорела. Это же вообще опасно, слушайте. Ладно, не, туда уже новую лампочку не вставишь, потому что это... Она сломалась, это... Куда вставлять-то? Вот, раз. Мы немножко морковку откусили. Так, вот давай на крупной. Прям, смотри, держи терку, да. Молодец. Чтобы, главное, не соскочило ничего. Крепко держишь терку и саму морковку. Тут у нас и чапа. Тут у нас и кот. Все семейство собралось. И следим за тем, как Степан Андреевич готовит свой первый в жизни борщ. Первый в жизни раз чистит все. На терке трет. Ну ты прям зажимай крепенько. Боишься, да, что это? Да не. Ну-ка, что там, хоть натерся? Натерлась? Ай! О, мало. Так, ну вот это дает. Так, ну. Молодец. Эту съешь, кстати, это будет полезно. Давай, опускаем аккуратненько. Угу. Все отлично. Так, теперь смотри. Давай из раковины это все убери, пожалуйста, в пакет. Мусорку. Так, подожди. Ну-ка, кусочек. Ну, давай вот этот кусочек, да. Туда прям клади. Вот этот кусочек сюда. А этот обратно в мешочек положи. А, подожди. Он уже, наверное, грязный. Ну-ка, сейчас. Вот в этот мешочек туда положим. Вот в этот мешочек положи. Давай. И я его в морозилку. Все, руки мой. Так, все, у нас осталось мясо, куриная грудка. Вот здесь бери ее. Нет, она вот, я же размою. А, доставай из пакета и промой под водой. Ножик тоже ополосни после свеклы. Так, теперь надо нарезать. Это небольшими кусочками. О, подожди. Сейчас мы угостим наших почитаемых друзей. Этот я Пушку. Пушок, иди сюда. Иди сюда. Ты на окне будешь есть, потому что у тебя чапа берет. Да. Все, ешь. Нам с собой одной грудки хватит. Все уберем в холодильник. Угу. Все, молодец. Супчик мы сейчас посолим.
салатик сделаем. Помидорки мы купили, а зелень, перчик, огурчики. Все будет наше. Я хочу еще поперчить. И, наверное, маленько маслица. Да, у нас это масло вообще немного. Это масалата. А, нет. Хотя да. Я не буду со сметаной салат делать. Сметану мы положим в суп. Так, сейчас размешаем. Ну, вот такой. Капусту что-то тоже в последнее время мы не добавляем. Степа сильно не ест. Все эти капусту, особенно вареную. Посмотрите, какой у нас получился ужин. Я своими кривенькими ручками сегодня салатику, что я кое-как настругала крупно. Вот. Супчик со сметанкой. Мы без хлеба едим. Как-то так завелось. Это я помидорку Степе нарезала. Может быть, он салат, скорее всего, и не будет. Просто поесть помидорку. Ну все, Степ, давай кушать.